Красилась на Никита на день рождения специально. Ну, это тонер такой. Такой оттенок мне придал серебристый. И еще вот такой у меня Silver есть спрей. Чтобы блеск был на волосах. Вот такая вот красота получилась. Не знаю, видно, не видно на видео. Так вроде видно. Да, у меня аж все зеркало забрызгалось. Все. Мамочка в сборе. Мамочка готова к празднованию своего сыночка. Так, делаю себе бомбическую маску для лица. Здесь у меня желток. Вот оливковое масло добавила. Йогурт. И еще сюда добавляется глина. Но глины у меня, к сожалению, нет. Обойдемся без нее. Очень такая питательная маска. Классная. Вкусная. Самое главное, что она вкусная. Так, а на утро, на завтрак у меня омлет из домашних яиц, молоко. Базилик добавила, посолила, поперчила. Так, вот мой завтрак. Американский омлет. Готовится именно так. Все размешивается на сковороде. Красная рыбка и кофе. Вау, что я нашла тут в TG Maxx. Смотрите, это настоящие камни. Я помню, мне когда-то в детстве были это. Подружка была, у нее родители эти были. Геологи, что ли. Смотри, как красиво внутри. Да вообще. А вот этот, посмотри. И вот тоже натурал. Смотри. Вообще. Да. Что творится. Такой красивый голубой. Вот тоже в разрезе. Смотрите, вот снаружи он кажется вот такой, да, булыжник. Угу, а внутри разрезали, внутри какой он красивый. $17 да, стоит. Интересно. А вот тоже интересный какой. Смотрите, внутри какой. Еще есть что ли? А? Смотри, как разные. А, это-то не камни, это просто. Стекла. Драгоценный камень. Да. Драгоценный. Хрусталь. Так тоже интересные, смотрите, какие тарелочки. Смотри, какая. А это что такое? Не знаю, что такое. Это ерунда всякая. Угу. Это подсвечник, а сюда свечку ставишь. И стекла. Не, ну камни какие красивые, а. Надо же. Ну так и не подумаешь, да, вот что он снаружи, а внутри он такой красивый. О, сколько рыб красивых. Никита, смотри, какие красивые. О, я, кстати, вот такую хотела. Я когда искала, вот этих не было рыб. Но они дорогие, $40 одна штука. А они сразу большие, такие вот эти пузатенькие мне нравятся. Вот у нас в основном вот такие были, вот золотые рыбки. 32 цента. А вот вообще малышки. 32 цента. Вот эти. Ну, они маленькие, да, они такие, видишь, простые. Эти 32 цента. Нет, почему? Это вот золотые рыбки. Вот эти больше уже дороже, видишь, $6 там. Вот эти уже вон $12. Так, вот у нас вот такая вот рыбка. Но она какая-то странная у нас. Вот эти плавают, она у нас, вот она наша, вот. Она все время прячется там. А вот тоже эти зебры. Зебры тоже интересны. А эти уже вот такие морские. А вот сомики. Никита, может, сомиков возьмем? У нас было два сома, долго жили, лет 7, наверное. Вот в этом году последний умер. Вот они эти. И они хорошо, они же эти чистильщики аквариума. Так, а где кошки-то? А, вон. Вон сидит маленький. Этот
$100. Вот черные кошки. Вот уже котеночек. Ой, ты маленький какой. Это вот в магазине. Вот уже сидят. Эй, глазастики. Ой, какой классный. Эй, кись-кись. А, повалился. Эй, ты чё? Все повалил. А? И чё все повалил? На. Дайте я хоть по это поглажу. Нюхает мой палец. Эй. Эй. Мяу. Ой, смотри, ага, прям да это. Лиза, ты заберите меня. Да ты такой классненький такой. Ой, 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 мяу. Ай, классный. О, клетка какая красивая для вот этих, для мышек там, для хомячков. Интересная, да, клетка? Ну, тут они бегают там. Такой коридорчик сделали. Ну, интересно вообще, $100 стоит. Так, заехали мы в китайский. Тут, вот, смотрите, через стол, вот где стоит зелененькая, то туда нельзя садиться, social distance. Вот через стол рассаживают людей. Сюда можно, туда нельзя. Э, а ты что ленишься от этого? Вот это что-то уже отыгрался. Я не тихого впереди. Я уже второй раз за неделю готовлю лисички. Вот сейчас у нас продаются в магазине. Здесь у меня это крупа ферро. Уже почти готова. Так, ну что, вот обжариваю немного лук в сливочном масле. Потом добавляю лисички, соль, перчик. И сейчас еще добавлю сливки. Потушу в сливках и приправлю укропчиком. Очень вкусно получается. Так, смотрите, что я делаю. Я добавляю, у меня вот такие вот сливки 40%. Они очень густые и очень вкусные. Заливаю. И скоро будет вкусняшка. Сейчас потушу. Наверное, минут 5 они потушатся. Добавлю свежий укропчик. И вуаля, лисички готовы. Так, все, добавила укропчика. Сейчас буквально, наверное, еще минутку потушу и буду выключать. Они мне нравятся, они еще, знаете, когда грибочки настоятся, под крышечкой должны постоять минут 10-15, и у них сразу вкус другой. Вот мой конечный результат. Это крупа ферро. Тоже мне очень нравится, я ее так полюбила. И тушеные лисички, зеленый чай. Вот такой у меня сегодня ужин.